Рассказ Сергикова. Он называется «Человек и время». Вот, наконец, вместе пытаются рассмотреть человека и время как единое целое, единое и неразделимое. Ибо человек не существует вне времени. И время, оно тоже не существует вне человека. Это единая субстанция, которую философы старались определить, изучить, сделать какие-то выводы. Но поскольку вот эта вот субстанция, мы ее так называем, время-человек, да, вот вместе, одним словом, время-человек, а поскольку эта субстанция невероятно сложная, которая, ну, просто не может нам дать ответ на все, что мы хотим спросить у времени-человека, то надо остановиться на том, что эта субстанция единое время человек, она непознаваема, ибо невероятно сложна, и человек не способен сделать какие-то выводы о этой субстанции. Слава Богу, что мы ее рассматриваем как единое, потому что это уже большое достижение. Представьте, что до нас, человечество старалось по полочкам сначала время рассмотреть, потом человека. Или потом так делали. Человека, затем время. Пожалуйста, делали так, но ничего из этого хорошего не вышло. В результате не изучили ни время, ни человека. Потому что отдельно это изучать невозможно. Это существует только вместе. Время – это функция человека, а человек – это функция времени. И это вам не математика, где все-таки что-то одно будет всегда функцией, а другое, так сказать, в зависимости от этого определения будет определяться. Здесь вот таким образом. Человек – функция времени, а одновременно время – функция человека. Ну, допустим, какие-то примеры приведем все-таки. Время – функция человека. Функция – это коренное свойство. Коренное свойство. Это то, что неразрывно связано с человеком. Только это мы не можем сказать, понимаете? Сказать о взаимосвязанности этих сложнейших понятий, которые не поддаются изучению. И поэтому человек не может изучить, естественно, ничего в мире, если он элементарно не может изучить отдельно время, отдельно человека, и вместе он не может изучить время человека как единое целое. Невероятная сложность и непостижимость этого приводит всех в тупик. В результате на этом фоне развелось очень много лжеучений, лжетеорий, которые могут как угодно трепаться, что называется, но истина они вам никогда не откроют, потому что это понятие «время человек» – это сгущенное понятие мироздания. Оно сгущенное настолько, что не поддается расчетению, не поддается пониманию. Все рассуждения на эту тему дадут вам неверные ответы.
хлеб и вред. Вот, наконец, вместе пытаются рассмотреть человека и время как единое целое, единое и неразделимое. Ибо человек не существует вне времени. И время, оно тоже не существует вне человека. Это единая субстанция, которую философы старались определить, изучить, сделать какие-то выводы. Но поскольку вот эта вот субстанция, мы ее так называем, время-человек, да, вот вместе одним словом, время-человек. А поскольку эта субстанция невероятно сложная, которая, ну, просто не может нам дать ответ на все, что мы хотим спросить у времени-человека, то надо остановиться на том, что эта субстанция единое время человек, она непознаваема, ибо невероятно сложна, и человек не способен сделать какие-то выводы по этой субстанции. Слава Богу, что мы ее рассматриваем как единое, потому что это уже большое достижение. Представьте, что до нас, человечество старалось по полочкам. Сначала время рассмотреть, потом человека. Или потом так делали. Человека, затем время. Пожалуйста, делали так, но ничего из этого хорошего не вышло. В результате не изучили ни время, ни человека. Потому что отдельно это изучать невозможно. Это существует только вместе. Время – это функция человека, а человек – это функция времени. И это вам не математика, где все-таки что-то одно будет всегда функцией, а другое в зависимости от этого определения будет определяться. Человек – функция времени, а одновременно время – функция человека. Ну, допустим, какие-то примеры приведем все-таки. Время – функция человека. Функция, то есть, это коренное свойство. Коренное свойство – это то, что… Только это мы не можем сказать, понимаете? Сказать о взаимосвязанности этих сложнейших понятий, которые не поддаются изучению. И поэтому человек не может изучить, естественно, ничего в мире, если он элементарно не может изучить отдельно время, отдельно человека, и вместе он может изучить время человека как единое целое. Невероятная сложность, непостижимость этого приводит всех в тупик. В результате на этом фоне развелось очень много лжеучений, лжетеорий, которые могут как угодно припаться, что называется, но истина вам никогда не откроет. Потому что это понятие «время человек» – это сгущенное понятие мироздания. Оно сгущенное настолько, что не поддается рассуждению, не поддается пониманию. И все рассуждения на эту тему верные ответы. Рассказ Серникова.
называется «Человек и время». Вот, наконец, вместе пытаются рассмотреть человека и время как единое целое, единое и неразделимое. Ибо человек не существует вне времени. И время, оно тоже не существует вне человека. Это единая субстанция, которую философы старались определить, изучить, сделать какие-то выводы. Но поскольку вот эта вот субстанция, мы ее так называем, время человек, да, вместе, одним словом, время человек. А поскольку эта субстанция невероятно сложная, которая просто не может нам дать ответ на все, что мы хотим спросить у времени человека, то надо остановиться на том, что эта субстанция единая, время человека, она непознаваема, ибо невероятно сложна, и человек не способен сделать какие-то выводы по этой субстанции. Слава Богу, что мы ее рассматриваем как единое, потому что это уже большое достижение. Представьте, что до нас, человечество старалось по полочкам сначала время рассмотреть, потом человек. Или потом так делали. Человека, затем время. Пожалуйста. Делали так, но ничего из этого хорошего не вышло. В результате не изучили ни время, ни человека. Потому что отдельно это изучать невозможно. Это существует только вместе. Время – это функция человека, а человек – это функция времени. И это и вам не математика, где все-таки что-то одно будет всегда функция, а другое, так сказать, в зависимости от этого определения будет определяться. Здесь вот таким образом. Человек – функция времени, а одновременно время – функция человека. Ну, допустим, какие-то примеры приведем все-таки. Время – функция человека. Только это мы и можем сказать, понимаете? Сказать о взаимосвязанности этих сложнейших понятий, которые не поддаются изучению. И поэтому человек не может изучить, естественно, ничего в мире, если он элементарно не может изучить отдельно время, отдельно человека и вместе. Время человека как единое целое. Невероятная сложность и непостижимость этого приводит всех к пути. В результате на этом фоне развилось очень много лжеучений, лжетеорий, которые могут как угодно трепаться, что называется, но истины они вам никогда не откроют. Потому что это понятие «время человек» – это сгущенное понятие мироздания. Оно сгущенное настолько, что не поддается пониманию. Ответ. Конечно, скажем.
рассказ Вершникова. Он называется «Человек и время». Вот, наконец, вместе пытаются рассмотреть человека и время как единое целое, единое и неразделимое. Ибо человек не существует вне времени. И время, оно тоже не существует вне человека. Это единая субстанция, которую философы старались определить, изучить, сделать какие-то выводы. Но поскольку вот эта вот субстанция, мы ее так называем, время-человек, да, вместе, одним словом, время-человек, а поскольку эта субстанция невероятно сложная, которая, ну, просто не может нам дать ответ на все, что мы хотим спросить у времени-человека, то надо остановиться на том, что эта субстанция единое время человек, она непознаваема, ибо невероятно сложна, и человек не способен сделать какие-то выводы по этой субстанции. Слава Богу, что мы ее рассматриваем как единое, потому что это уже большое достижение. Представьте, что до нас, человечество старалось по полочкам сначала время рассмотреть, потом человека. Или потом так делали. Человека, затем время. Пожалуйста, делали так, но ничего из этого хорошего не вышло. В результате не изучили ни время, ни человека. Потому что отдельно это изучать невозможно. Это существует только вместе. Время – это функция человека, а человек – это функция времени. И это вам не математика, где все-таки что-то одно будет всегда функцией, а другое, так сказать, в зависимости от этого определения будет определяться. Здесь вот таким образом. Человек – функция времени, а одновременно время – функция человека. Ну, допустим, какие-то примеры приведем все-таки. Время – функция человека. Функция – это коренное свойство. Коренное свойство – это то, что неразрывно связано с человеком. Только это мы и можем сказать, понимаете? Сказать о взаимосвязанности этих сложнейших понятий, которые не поддаются изучению. И поэтому человек не может изучить, естественно, ничего в мире, если он элементарно не может изучить отдельно время, отдельно человека, и вместе он не может изучить время человека как единое целое. Невероятная сложность и непостижимость этого приводит всех в тупик. В результате на этом фоне развелось очень много лжеучений, лжетеорий, которые могут как угодно трепаться, что называется, но истины они вам никогда не откроют. Потому что это понятие «время», «человек» – это сгущенное понятие мироздания. Оно сгущенное настолько, что не поддается расчленению, не поддается пониманию. И все рассуждения на эту тему дадут вам неверные ответы.
Вот, наконец, вместе пытаются рассмотреть человека и время как единое целое, единое и неразделимое. Ибо человек не существует вне времени. И время, оно тоже не существует вне человека. Это единая субстанция, которую философы старались определить, изучить, сделать какие-то выводы. Но поскольку вот эта вот субстанция, мы ее так называем, время человека, да, вот вместе, одним словом, время человека. А поскольку эта субстанция невероятно сложная, которая, ну, просто не может нам дать ответ на все, что мы хотим спросить у времени человека, то надо остановиться на том, что эта субстанция единое время человека, она непознаваема, ибо невероятно сложна, и человек не способен сделать какие-то выводы по этой субстанции. Слава Богу, что мы ее рассматриваем как единое, потому что это уже большое достижение. Представьте, что до нас, человечество старалось по полочкам. Сначала время рассмотреть, потом человека. Или потом так делали. Человека, затем время. Пожалуйста, делали так, но ничего из этого хорошего не вышло. В результате не изучили ни время, ни человека. Потому что отдельно это изучать невозможно. Это существует только вместе. Время – это функция человека, а человек – это функция времени. И это вам не математика, где все-таки что-то одно будет всегда функцией, а другое, так сказать, в зависимости от этого определения будет определяться. Здесь вот таким образом. Человек – функция времени, а одновременно время – функция человека. Ну, допустим, какие-то примеры приведем все-таки. Время – функция человека. Функция, то есть, это коренное свойство. Коренное свойство – это то, что неразрывно связано с человеком. Только это мы не можем сказать, понимаете? Сказать о взаимосвязанности этих сложнейших понятий, которые не поддаются изучению. И поэтому человек не может изучить, естественно, ничего в мире, если он элементарно не может изучить отдельно время, отдельно человека, и вместе он не может изучить время человека как единое целое. Невероятная сложность, недостижимость этого приводит всех в тупик. В результате на этом фоне развелось очень много лжеучений, лжетеорий, которые могут как угодно трепаться, что называется, но истины они вам никогда не откроются. Потому что это понятие «время человек» – это сгущенное понятие мироздания. Оно сгущенное настолько, что не поддается расчленению, не поддается пониманию, и все рассуждения на эту тему дадут вам неверные ответы. Конец рассказа. Рассказ Сердникова. Он называется
называется «Человек и время». Вот, наконец, вместе пытаются рассмотреть человека и время как единое целое, единое и неразделимое. Ибо человек не существует вне времени. И время, оно тоже не существует вне человека. Это единая субстанция, которую философы старались определить, изучить, сделать какие-то выводы. Но поскольку вот эта вот субстанция, мы ее так называем, время-человек, да, вместе, одним словом, время-человек, а поскольку эта субстанция невероятно сложная, которая, ну, просто не может нам дать ответ на все, что мы хотим спросить у времени человека, то надо остановиться на том, что эта субстанция единое время человека. Она непознаваема, ибо невероятно сложна, и человек не способен сделать какие-то выводы по этой субстанции. Слава Богу, что мы ее рассматриваем как единое, потому что это уже большое достижение. Представьте, что до нас, человечество старалось по полочкам сначала время рассмотреть, потом человека. Или потом так делали. Человека, затем время. Пожалуйста, делали так, но ничего из этого хорошего не вышло. В результате не изучили ни время, ни человека. Потому что отдельно это изучать невозможно. Это существует только вместе. Время – это функция человека, а человек – это функция времени. И это вам не математика, где все-таки что-то одно будет всегда функцией, а другое, так сказать, в зависимости от этого определения будет определяться. И здесь вот таким образом. Человек – функция времени, а одновременно время – функция человека. Ну, допустим, какие-то примеры приведем все-таки. Время – функция человека. Функция, то есть, это коренное свойство. Коренное свойство – это то, что неразрывно связано с человеком. Только это мы и можем сказать, понимаете? Сказать о взаимосвязанности этих сложнейших понятий, которые не поддаются изучению. И поэтому человек не может изучить, естественно, ничего в мире, если он элементарно не может изучить отдельно время, отдельно человека, и вместе он не может изучить время человека как единое целое. Невероятная сложность и непостижимость этого приводит всех в тупик. В результате на этом фоне развелось очень много лжеучений, лжетеорий, которые могут как угодно трепаться, что называется, но истины они вам никогда не откроют. Потому что это понятие «время», «человек» – это сгущенное понятие мироздания. Оно сгущенное настолько, что не поддается расчленению, не поддается пониманию. И все рассуждения на эту тему дадут вам неверные ответы. Конец рассказа.
рассказ Бердникова. Он называется «Человек и время». Вот, наконец, вместе пытаются рассмотреть человека и время как единое целое, единое и неразделимое. Ибо человек не существует вне времени. И время, оно тоже не существует вне человека. Это единая субстанция, которую философы старались определить, изучить, сделать какие-то выводы. Но поскольку вот эта вот субстанция, мы ее так называем, время человек, да, вместе одним словом, время человек, поскольку эта субстанция невероятно сложная, которая просто не может нам дать ответ на все, что мы хотим спросить у времени человека, то надо остановиться на том, что эта субстанция, единое время человек, она непознаваема, ибо невероятно сложна, и человек не способен сделать какие-то выводы по этой субстанции. Слава Богу, что мы ее рассматриваем как единое, потому что это уже большое достижение. Представьте, что до нас, человечество старалось по полочкам. Сначала время рассмотреть, потом человека. Или потом так делали. Человека, затем время. Пожалуйста, делали так, но ничего из этого хорошего не вышло. В результате не изучили ни время, ни человека. Потому что отдельно это изучать невозможно. Это существует только вместе. Время – это функция человека, а человек – это функция времени. И это вам не математика, где все-таки что-то одно будет всегда функцией, а другое, так сказать, в зависимости от этого определения будет определяться. Здесь вот таким образом. Человек – функция времени, а одновременно время – функция человека. Ну, допустим, какие-то примеры приведем все-таки. Время – функция человека. Функция, то есть, это коренное свойство. Коренное свойство – это то, что неразрывно связано с человеком. Только это мы и можем сказать, понимаете? Сказать о взаимосвязанности этих сложнейших понятий, которые не поддаются изучению. И поэтому человек не может изучить, естественно, ничего в мире, если он элементарно не может изучить отдельно время, отдельно человека, и вместе он не может изучить время человека как единое целое. Невероятная сложность. Достижимость этого приводит всех в тупик. В результате на этом фоне развелось очень много лжеучений, лжетеорий, которые могут как угодно трепаться, что называется, но истины они вам никогда не откроют, потому что это понятие «время человека» – это сгущенное понятие мироздания. Оно сгущенное настолько, что не поддается расчленению, не поддается пониманию. И все рассуждения на эту тему дадут вам неверные ответы.
Конец рассказа. Рассказ Сергикова. Он называется «Человек и время». Вот, наконец, вместе пытаются рассмотреть человека и время как единое целое, единое и неразделимое. Ибо человек не существует вне времени. И время, оно тоже